алюминиевая чашка или стальная, какая-то такая блестящая, и начало выдавливать резьбу. То есть край чашки отходит от резьбы. И у нас старенькая Мирида Freeway 9530. Представляете, сложное название какое. Видимо, тут что-то уже пытались сделать. Долбили, молотили по этой чашке, покривили стаканчик. И у нас, как обычно, есть набор шикарный всяких разных мячиков. Сейчас я пытаюсь резьбу прочистить, потому что резьбе немножечко нехорошо. Попробуем восстановить вот такое вот древнее Shimano. Вот это вот ESP Technology. Я даже не знаю, что это. Синтур, что ли, какой-то очень древний. Или SRAM. Монетки SRAM стоят. Значит, наверное, это SRAM. Представляете, еще с пластиковыми ножками. Целиком пластиковые переключатели. То есть технологии давным-давно были пластиковые. И теперь все китайские переключатели тоже стали пластиковые. Интегрированный петух у нас тут идет. В общем, пытаемся как-то вот это вот все безбожно убитое восстановить с минимальным бюджетом. Ну вот так вот замечательно, мягонько прочистилась резьба. Столько стружки, столько грязи. Сейчас мы вот эту вот всю грязьку помоем, я надеюсь. Все это прочистим, компрессором продуем. Вот этот ужасный переклюк тоже сейчас промоем, смажем. И все это будет замечательно работать.